Бугагашеньки, всем привет! И мы продолжаем проходить игру под названием Afterfall. Это типа какой-то ужастик. Вон, видите, все в крови, все. Вон там кишки, все выпущено. Там. Короче, страшно, очень страшно, очень страшно. Кому не страшно, так те могут уходить. А кому страшно, оставайтесь. Ну или наоборот. Не суть важно. Все, проходим дальше. Побежали тут у нас. Мы добрались до... Ух ты, это что это пронеслось сейчас только что? Что это пронеслось, не понял. Ну-ка давайте откроем дверь. Что это такое было интересное, такое пролетело прям мимо меня, прям на полной скорости, прям это. Скоростные ограничения вообще-то в убежище тут есть. О, мужик, ты чё? Я нормальный, мужик, я нормальный. Так, ну, видимо, этому мужику уже не докажешь ничего. Так, возьмем патрончики. Патрончики нам нужны. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Ты что, дурак, что ли? Реально дурак. Что вы здесь делаете? Где Гудлев? Он мертв. Он... Черт, меня дери. Вам потребуется очень убедительное оправдание, Тулы. Дайте ближайшему патрулю, они отведут вас на верхний уровень. Там и поговорим. Если, конечно, я не прикажу расстрелять вас на месте. Что за чушь вы несете? Я посетил второй уровень, как вы и приказали. Люди сошли с ума не сами по себе. Я видел странного человека. Погибли все, даже Марчин. И я видел того, кто за этим стоит. Токарь, диверсант лишь плод вашей фантазии. Тем временем ваши поступки. Полковник, я тут совершенно не при... Это диверсант. Плод нашей фантазии. Что за бред? Что-то меня напрягает то, что он в тени держится, а не на свет выходит. Новое радиосообщение. Полковник отправляет за тобой целую бригаду. Вот же! Черт, тебя ищет так много людей, что твой арест лишь вопрос времени. Ты должен покинуть убежище. Как это покинуть? О, да. Ты же прекрасно знаешь, что снаружи бункера все уничтожено. Ничего, кроме радиации, там нет. Я бы так не сказал. Недавно до меня дошли сведения о другом. Ух ты. Ты знал и молчал. Все эти годы мы думали, что гордость — единственный бункер, переживший войну. Я не был уверен, что это правда. Сведения были обрывочны. Ничего точно. Я видел документ всего пару секунд, пока не сработала сетевая защита. Мне нужны подробности. Полковнику известно правда. Как-то раз я пролез в его компьютер и увидел, что он пытался выйти с ними на связь. Сведения о местонахождении Длани лучше всего поискать. Нет, подоспел в служебном секторе третьего уровня. Будем искать вместе. О, у вас тут рядом есть сервер с базой данных. Его стоит проверить. Вот чёрт. Что? Неужели передумал? А как же Каролина? Я без нее не уйду. Делай, как считаешь нужным. Но помни, они ищут тебя. Да. Так, ну, у нас вмешивается, так сказать, в нашу охренительную историю любовь. Любовь к нашей Каролине. Дайте прочитать. Я хотел прочитать. Блин, а что, второй раз не прочитать? Ну, ёлы-палы. Так, этот чувак, придурок, застрелился. Ну, а как его еще назвать? Ну, совсем дебил. Так. Так, погодите. Это мы что, на том уровне, в той комнате, где наш друг, что ли, был? Это вот наш друг или кто это вообще? Нет, вроде другой чувак. Так, бешеный бык у нас есть, он пистолетик. Так, давайте возьмем место вот этого оружия. Так, а где... куда мой топор делся? Ребята! О, заметка, давайте прочитаем заметку про нашего мальчика.
Все больше не могу, я знаю слишком много, и это гложет меня изнутри. Это кошмар. Дальнейшее скрыто большими пятнами крови. Зашибись, блин. Ладно, побегаем с оружием. Какой-то пистолет-бык у нас есть. Так, интересно, нам сюда? Нет, видимо, нам не сюда. Ну, идем исследовать. Нам нужно каким-то образом найти эту так называемую нашу Каролину. Мне показалось, или там выстрелы были? Так, подождите, это что? Кирка! Ух ты, ребята, мы нашли кирку. Давайте возьмем кирку. Что-то я не помню, чтобы здесь она нам вообще встречалась, кирка. Так, что у нас здесь? Ух ты, ее упал, нифига не видать. Да, тут что-то люди совсем с ума посходили. Так, здесь вообще все закрыто, не пройти, не проехать. Так, все шкафы валяются, все в кровище, вы, какой ужас, а. Ладно, идем дальше. Видимо, нам надо вниз спускаться каким-то образом. Может, мы спрыгнуть можем? Нет, спрыгнуть мы не можем. Мы прыгать не умеем здесь, в этой игре, к сожалению. Вот, что самое, что прикольное, что человек не умеет прыгать здесь. Так, ну, видимо, нам туда, откуда чувак пробегал, получается, который застрелился. Так, это что такое? А, это молот. Ладно, давайте попробуем с киркой пока побегать. О, я не понял, это что за хрень? Давайте вот так вот. Нифига себе, я еще и промазал. А я чуть не понял, а мы ее что, пристрелить что ли не можем, эту хрень? Ох ты, прикольно перезаряжается, кстати говоря. Анимация прикольная. Ладно, берем кирку, дальше поехали. Вот это, короче, летающая камера, летающая жужелица, бабочка. Так. Так, вот вопросик тоже, куда нам надо идти? Сюда нам надо идти или не сюда? Вот что это здесь вот такое вообще? Ох ты. А, типа мы прошли, тут это, система тревоги сработала, видимо. Мы сюда не должны были, видимо, проходить. Так, здесь какой-то шлюз. Давайте сначала исследуем все здесь, вот все остальное, так сказать. Да, это, видимо, типа турникет что-то было непонятное. Так, здесь у нас двери, естественно, закрыты. Здесь более-менее свет есть. Попробуем посмотреть, все-таки эту Каролину найти. Так, где же она есть у нас? Здесь что-то все перебитые, блин, валяются, все трупаки, все мертвяки. Так, кстати говоря, монстрин нету что-то. Так, что у нас тут? Ломик, ломик нам нафиг не сдался. А, может патроны есть? О, есть патроны. Отлично, мы патрончики взяли. Патрончики нам пригодятся. Здесь у нас, естественно, локет закрыто, другими словами. Ладно, у нас путь единственный, только вот туда, в прямой, то есть вот. Ну, видимо, нам идти только вперед, что говорится, из песни, только вот в этот новый шлюз. Ну, собственно, игра коридорная сама по себе, так что, что тут удивляться. Но я рассчитывал, конечно, что поисследовать нам что-нибудь дают, конечно, дадут возможность. Особых таких исследовательских возможностей в этой игре нету, к сожалению. Так, нас вот тут просканировали, стерилизовали, очистили, помыли. Причесали, это одеколоном побрызгали. Так, это мы попали, получается, в серверную, я так понимаю. О, заметка про нашего мальчика, давайте почитаем. А, обнаруженный вами ключ, бумага, судя по всему, был черновиком какой-то старой проектной документации. Он исписан ежедневными выкладками, серийных номерами и прочими данными. Вероятно, кто-то пытался рассчитать прочность и структуру целостности одной из пещер. Однако, значит, тут где-то пещера будет обваливаться, я так понимаю. Так, фонарик у нас опять дрожать начал, походу тут... А, это серверная, нифига себе, тут серверная, блин. У меня на работе, конечно, серверная поменьше будет. О, чувак какой-то. Чувак, надеюсь, ты не будешь меня стрелять, а, чувак? Нет, будешь, видать. Получи киркой. Получи еще раз киркой. Получи киркой. Получи еще раз киркой. Так, и вот так вот. Все, добили киркой. Так, ой, блин, давайте пистолет прикольный, кстати говоря. Так, так, это получается камеры. Ну, тут ничего. О, использовать. Ну, давайте посмотрим. А, то есть мы можем взломать что-то. Давайте попробуем. Так. Нет, не то. Вот. Так,
Так, так, так, так, так, так, неправильно. И мы почти... Мы открыли, замечательно. Ух ты, вот это стоящая находка. И какая же находка-то у нас? Ёлопал. О! Каролина. А, они все-таки ее поймали. А, черт, погоди. Все понятно, бежим дальше. Бежим дальше. А может здесь можно посмотреть что-то? Спасти Каролину. Блин, а куда бежать-то, ёлы-палы? Черное оружие. Видимо, куда-то вниз надо бежать. Вниз, вниз, вниз. Или... Блин, ну зашибись. Видео, точнее, это музыка такая прям началась. Бегом бежать куда-то. Куда только, непонятно. Так, ну, видимо, не сюда. Что за бред, ребята, а? Куда вот мне бежать надо? Здесь никакого ни прохода, ни входа, ни выхода, ничего нет. Ладно, пошли обратно. Что делать-то? Делать нечего, пойдем обратно. А может, нам не сюда было нужно? Нет, сюда. Просто тут вариантов-то нет никаких. Давайте забегаем обратно в шлюз в этот. Что делать-то? Надеюсь, я правильно иду, конечно. Так. Кстати говоря, ребята, у нас присоединился один слушатель. В Стиме, как вы знаете, есть возможность просматривать чужие игры. Ага, вон они. Вон они. Сейчас бы с этим корявым управлением добежать бы туда еще. Быстренько так. Бежим, 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 бежим. Опа! Ах ты, скотинка. Да ёлы-палы, давай, иди. Чё стоишь-то на месте? Давай, бей его. О, так, получил на орехи, давай. Надо было, наверное, оружием было бы их бить. Конечно, что-то я их так киркой всех умешляю. Так, либо топориком, так. Куда они? Сюда побежали, где была закрыта дверь, естественно. Там, где была закрыта дверь, теперь уже дверь открыта. Ни с того, ни с сего. Так, это что это? Шлюз новой очистки. Предыдущие шлюзы были маленькие, а тут какой-то прям... Со звуками, с такими. Ага. Мы не успели. Ох ты. Монстрины полезли. Ну-ка иди сюда, зараза. Не, что-то топорик, если честно, мне больше нравится. Чем вот... Да ёлы-палы. Вас что-то много тут. Так, ребятки. Берем оружие. Так, один готов. А-а-а, стреляй в него. Ну, тебя сейчас угандошат. Ты где? Ёлы-палы. О, еще один живой. Вот так. Отличненько, блин. Не, с топориком как-то было повеселее, ребят. Давайте топорик найдем лучше, а потом уже будем всех их вручную бить. Так, там, походу, кого-то валят уже. Так, отличненько. Ну, в принципе, с автоматикой неплохо, но мне больше, конечно, сами знаете, нравится, что... Так. Так, видимо, нам сюда надо. Что-то музыка такая активная, активная. Мы тут ползем, блин, в штаны на клавши. Это вообще капец какой-то, конечно. Так, одного мы порешили, второго порешили, третьего порешили. Точнее, двоих. Ну да, не суть, ладно. Так, что у нас тут? Труба. Ну, блин... Такое ощущение, что зомбаки вот эти, кроме труб, ничего не могут таскать. Так, там что-то, кто-то, ёлы-палы. Да, это вам не Counter-Strike с геймпада, конечно. Так, один готов. О, прикольный чувак бежит с перьями. Получи, да, анимация, конечно, у них просто пиздец, ребят. Смешно. Ой, ёлы-палы, у меня патроны заканчиваются. Ай-яй-яй-яй-яй, так. Да получи, получи, скотина. Я тебя руками сейчас забью, блин. Будет он мне тут. Ай-яй-яй-яй. Неужели нас убьют? Не, смешно, конечно, ребят, но
Сейчас что-то не до смеха у нас. Он на последнем издыхании наш, этот, как его звать-то? Ай-яй, давай, бей его, бей. На последнем издыхании наш доктор, ёлы-палы, это вот, ну, так и знал, в принципе, нас убили. Сейчас загрузимся, тут у нас прям такая экстремальная схватка, такая прям вообще. Так, давайте сразу здесь приготовим пистолетик. Ну, давайте сваливать. Вот так проще будет. Пистолетик вроде как мощный. Так, вторая где-то. А, во, вторая монстринова. Давай, перезаряжайся, Ах ты, зараза. Пошел нафиг. Вот так, бошку прям. Отличный выстрел. Давайте-ка мы, наверное, возьмем молоточек. Молоточком прикольно, кстати говоря, бить всех. Он более шустрый, более быстрый. Так, давайте поможем тому чувака с оружием убивать. Да, вот так вот. Хрясь. А теперь тебя еще. Так, погоди, я тебя добил? Добил, смотри-ка. Так, возьмем патрончики. Бегом дальше. Так, здесь походу еще одного. Ой, блин, а где? А где же тот, как его, зомбак, который здесь должен был быть? Не, конечно, мы его и так забьем. Так, ну-ка, восстанавливай силы. Вот так, добиваю его. Отлично. Другой вопрос, тут же зомбак был. Куда он делся-то? А, тот его все-таки смог уэндошить. Понятно. Так, сейчас уже нам надо оружие взять. Да, оружие нам надо. Здесь уже более сложные. Да, бляха-муха. Вот, отлично, перезаряжайся. Так, лучше издалека их валить. Получив лобешник. Да, анимация, конечно, тут просто шикарно. Так, патроны у нас вроде пока еще есть. Отлично. Опа! Опять она на английском заговорила. Прикольно. Фига он какой грязный у нас на свет-то вышел. По сравнению с ней-то. Очень многие сошли с ума. Они нападают на каждого встречного. Не знаю. Я только что вернулся со второго уровня. Там все или рехнулись, или мертвы. Я видел там человека, который за всем этим стоит. Может, это Марчин-то как раз и есть? А, ну да, Марчин же у нас погиб. Говорю тебе, сейчас не время. Пойдем на третий уровень. Там ары. Надеюсь, концовка будет поинтереснее, чем нежели что это вот как раз наш доктор и окажется главным злодеем. Так, что у нас там? Оружие, интересно. Заряда хватит оружия? На то, чтобы эту, как ее звать, там, Клариса, Клара или как ее там. Неважно, суть спасти. Так. Так, ну опять мы попадаем в какой-то непонятный отсек для побривки, помывки и отсейки. Так. Блин, фонарик у нас, конечно, просто пиндец. Ё-моё. Слушайте, реально тут масштаб-то. Масштаб этих всех строений, этого убежища побольше, чем всякий нафиг Fallout. Так, и что это тут у нас? А, вот спуск. Блин, такая темнотень. Фонарик бы сделали хоть немножко, чуть-чуть хотя бы поярче, что ли. Вот они. На, ну, знаете сами, где намотаны. Так, не успел мужик. Ну, прыгай, что ли, ёлы-палы. Ох ты, спрыгнул таки. Ах ты, зараза, сбил нас с ног. Ну да, ну, в принципе, логично. Доктор у нас, блин, не спецназовец никакой. А, Каролина ее звать, да. Ё-моё. А, не, живая на другом уровне. Все понятно. Так, и у нас тут как раз загрузка идет. Загрузка идет у нас. Так, ну давай, добивай его. Ух ты, а почему он уже шлем снял? Так. Че, ты живой? Так, опа, ёлы-палы, какой... Идите нафиг, ребята. Понятия не имею, что на этих уровнях.
Так, что у нас там из оружия? Возьми пистолет. Пистолет-то прикольный, бляха-муха. Да, баги, конечно, в этой игре это кобздец. Так, а это случаем не выход ли с убежища, получается? Так, а что у нас здесь? Тут на... можно, видимо, бить. Так, бить. Так. О! Топор! Наш любимый топор. О, смотрите, мы можем взять и пистолетик. Давайте лучше его возьмем. Так, а тут у нас вывалился. Ну, понятно, это пистолетики. Ясен пень. Так, что не... Так, открыть-то понятное дело. Только вот лиха беда начала. Как его открыть-то? Так, контрольная точка. Так. Что-то не нравится мне вот этот рев. А, во! Ребятки. Ух ты, ёб, блин. Ребята, что-то у вас много сильно. Ай, блин. Надо, видимо... Да беги ты, ёлы-палы. Надо, видимо, как-то вот... Да что ж такое-то? Так, одного мы... Получи, будем тебя бить просто вот так вот руками. И тебя вот тоже. Получи, получи. Только, блин, вряд ли мы их сможем забить, конечно. Все, нас забили. Ну, логично. То есть мы, что говорится, про вспышку. Так, проба номер два. Так, тут топор нам нафиг не сдался. Так. Ой-ой-ой. О, одного все-таки мы... блин. Чё? Получи. Вот так. Руками, ногами забьем. Капец, ребята. Что-то жесткие вы. Да тут не инфекция попала. Тут, блин. Короче, неважно. Идем дальше. Наконец-то мы их завалить смогли. В принципе, ничего сложного. Главное, вот этими бочками их взрывать было. Так, здесь у нас тупик. Кирка нам не нужна. Идем дальше. Бежим, бежим, бежим. Я не понял, что у нас фонарик вообще нифига не показывает. Так, скорее всего, нам куда-то сюда. Вот я так понимаю, тут какая-то дверка. Да, вот он, дверка. Ломик стоит. Заботливо так поставлен ломик. Так, что мы открываем, получается? Ух ты, еще одна. Ну-ка иди сюда, монстрина. Отлично, так. Ух ты, нифига себе он. Его как приложило там. Вон еще одна там бегает, правда. Так, и что мы, кстати говоря, ребята, сделали? Что-то я не совсем понял. Что-то звуки такие прям... А, мы двери открыли такие. Давайте спрыгивать отсюда. Вот так, хрясь. Тут где-то еще одна. А, вон, бежит за нами. Ну давай, добегай до нас. Что ли, ёлы-палы. Получи, получи. Вот так. Ну бей ты его, ёлы-палы. Отличный удар. Да все, все, размахался, размахался прям. Так, бежим дальше. Давайте посмотрим. О, здесь опять какая-то камера летающая. Мы их уничтожить, эти камеры, не можем почему-то. Для чего они здесь, непонятно. Так. Блин, что-то мне не нравится вот этот вот контейнер, который над нами висит. Так, видать, нам сюда. Опять контрольная точка, и опять, походу, здесь где-то монстрина будет какая-то. Большая или маленькая, непонятно. А, во! Две штуки прям. Ну, в принципе, они не настолько прям страшные. Так, отойдем, отойдем. Так, получи. Вот так. Вот так, вот так. О, еще одна сзади. Ну ты, блин, сзади-то что? Трус, что ли, совсем сзади нападать? Или, может, ты заднеприводный? Ух ты! Прям стенку пробил. Мы его обычным топором вот таких раскидываем.
А он тут стенку пробил. Вас что так много-то? Ребята, в очередь, в очередь. В очередь, я вам сказал. Вот так, вот так, вот так. Да бляха-муха, дай ты мне тебя ударить, что ли? Отлично, все, всех, всех порешили, всех прибили. Все, отлично. Так, что здесь за кнопочка непонятная? Давайте посмотрим. Нажмем ее, что ли? Так, удерживать Y. Ну, удерживаю. Ну и дальше что? Что-то скрипит, скрежетает непонятное. И сколько удерживать, интересно, надо? А, все, что ли? Интересно знать, что мы сделали. А, мы контейнер типа сюда подвинули, что ли? Ладно, нам не суть важно, нам... А я думал, сюда нам надо. Так, походу кто-то там рычит. А, или подождите. Ну да, сюда нам надо. Так. Здесь страшно ему стало, чуваку нашему. Так, здесь мы... Нам, видать, сюда. Так, соответственно, через вот эти темные-темные подворотни. Так, давай, перелазь. Самое что интересное и печально, то что здесь только в определенных местах можно перелезть через какие-то вот препятствия. Вот это печалит совсем очень даже. Так, давайте записку почитаем. Маленькая заметка про нашего мальчика. Обрывок бумаги с длинным списком гаечных ключей и других инструментов, которые планировали взять за серьезный ремонт. Взяться за серьезный ремонт. Так, вот, по-моему, начинается раскрываться вот эта интрига, откуда здесь столько гаечных ключей, топоров и молотков. Так, давайте попробуем тут все взломать. Отлично, мы взломали. Чересчур сложное. Продолжаем. Заходим опять в шлюз, в перемычку. Самое что интересное, в принципе, я так понимаю, что это разделение уровней, это вот как раз эти контрольные точки, чтобы цеплялись за вот эти шлюзы, и эти шлюзы для того, чтобы подгрузить следующий уровень. Вот, ну, в принципе, эх, мужика разорвали мне на части. В принципе, неплохо придумано, конечно. Так, что-то где-то ломается, где-то что-то скрипит, короче, полный капец. Это точно надо. Соответственно, нам надо идти сюда, чтобы открыть ту дверь. Мы заходим в другую дверь. Но его самого тут нет. Ситуация вышла из-под контроля. И в этом моя вина. Я должен был решать эту проблему. В чем ошибка? Полковник был моим пациентом, я хорошо знал его. Почему я не заметил странности в его поведении? Едва заметные симптомы агрессии, которые выдали бы его намерения. Он нанял кого-то, чтобы меня отвлечь. Кто бы согласился? Что это за звуки непонятные? Причем вообще мы. Четыре подходящих субъекта. Каролина, Марчин, Арек и я. Один мертв, двое пропали. Но я еще жив, и мне надоело торчать в четырех стенах. Так, ну, что тут у нас тут оружие? Так, что это? Заметочка, опять заметка. Народ постоянно жалуется на поломку дверей. Во всем виновата проводка. Она порядком изношена, все время, время берет свое. Меня уже дважды просили вызвать человека из комнаты со сломавшейся дверью, чтобы пройти ремонтные... Так, чтобы пройти ремонтным роботом по вентиляции и найти поврежденные провода, нужна уйма времени. Неужели наш электрик несколько некомпетентен? Неужели он также и за реактором следит? Ну, возможно, все возможно, ребята. Так, тут патроны. Патроны нам не нужны. Так, у нас тут несколько пультов. Давайте посмотрим. Так, и что мы нажали? Ну и что толку? Нажали кнопочку и ничего. О! И как-то будет управлять. Так, 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 так. Ага, это вперед, это назад. Так, сзади у нас ничего. Так, то есть у нас тут, в принципе, два хода. Давайте пойдем в первый. Так, посмотрим, что здесь у нас. Так, здесь нам тоже не проехать.
Может, по краю тогда, по краю. Да, нам по краю надо ехать, ребята. Нам по краю сюда ехать надо было. Так. Здесь бы не свалиться. Ух ты, нифига себе. Там какая-то монстрина лазила. Ну, она же охотится, в принципе, за людьми, а не за роботами. Так. Не понял. О, вот она, монстрина, куда прилезла. Ко мне. Так. Ну, вроде больше пока никого нету. Так, идем дальше. Так, едем дальше. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Что говорится, нашел мужик, когда играться машинкой на радиоуправлении. Так. Тык, нам сюда. Нам, видимо, сюда. Идем. Ох ты, челка пролетела. Так. Так, попробуем сейчас проехать. Проехали. Куда-то свалились. Так, давайте рассматривать, что у нас здесь поблизости есть. Так. Надо было ли нам сюда сваливаться? Вопрос. Но, видимо, надо было. Так, и что это? И куда это мы? Что это там у нас блестит непонятное? Так, ну, видимо, нам не сюда. Так, что-то мы как-то подзастряли совсем так. Так, видимо, нам вот сюда. Так, давайте смотреть, что здесь у нас. Здесь какая-то кнопка, но она нам, видимо, не нужна. Она же у техников, блин, какой развлекуха, блин, гоняй на машинках, да и только так. Я чуть не понял, а что он вообще есть, что ли, не сюда? Или все-таки сюда? Да, фонарик это дело, бляха-муха, такое. А, погодите, нам в контейнер надо, ребята. У нас тут контейнер стоит открытый. А че же я это туплю-то сижу? Так. Походу сюда. Но здесь хотя бы посветлее, ребятки. Так, едем дальше. Так, едем дальше. И куда мы приезжаем? Вообще фиг знает, куда приехали. Можем ли мы здесь проехать? Видимо, да. Вот здесь уже. О, все-таки нам сюда. И, видимо, вот сюда. Прям бравая исследовательская машинка. Ну ладно, поедем налево. Ага, здесь вот еще один какой-то вентиляционный ход. Здесь какие-то вентиляторы непонятные. Так, ладно, едем дальше смотреть. Куда мы пробрались? Вообще фиг его знает. Что-то как-то долго еду уже. И куда я попаду в итоге, непонятно. Так, вот здесь надо аккуратно, аккуратно здесь надо. Здесь несколько лопастей сломанных. Вот так, проехали. Так, что-то там блестит вдалеке. То ли электричество, то ли что, непонятно. Или вода ли это вообще? Да, это походу электричество. Успели таки пройти.
Так, ух ты, нифига себе, контрольная точка. Здесь уже жестче, ребята. Так, и как мы его, интересно, отключим? Наверное, сзади там есть что-то такое, с помощью чего мы можем... подождите, в каком сзади? Здесь есть проезд сюда. Так. Так, давайте посмотрим, здесь у нас ничего. Значит, нам вот сюда направо. Так, что-то как-то я уже подзапарился на этой машинке ездить. Больше... Офига себе, блин, какие-то тут эти... Так, что это такое? Это, что это мы сделали? А, мы что-то сваркой какой-то занялись. А, то есть мы, видимо, вместо того, чтобы чинить, мы поломали кабели. Понятно, все. Все с вами понятно. Мы поломали кабель вентиляции. То есть заражение будет, видимо, дальше распространяться еще больше. Не, молодец, доктор. Что сказать-то? Молодец вообще. Так, куда вам там надо? Интересно, вот если у этой машинки закончится заряд, батарейка закончится, то чё как? Так, видимо, нам вот сюда немножко надо развернуться. Вот так, 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 вот так, 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 вот так. Главное не свалиться. Вот, заехали. Отлично. Едем дальше. Еще одна контрольная точка. Опять едем вперед. Не получилось с первого раза. Ну, не зря здесь контрольная точка, я вам так скажу. Пробуем еще раз. Так, проехали. Ох ты, нифига себе. Трупачок какой-то. Ну да, это чтобы подогреть напряжение, так сказать, игры. Все-таки здесь у нас всякие монстрины там и тому подобное. Так. Ага, тут огонь из двух мест идет, получается. Проехали таки. Так, еще ниже нам надо. Ну, блин. Геройская машинка, блин, гуляет по вентиляции. Уже сколько километров она намотала-то тут? Когда уже конец и край-то этой... Мы куда-то выехали. Ох ты, нифига себе. Это упростит задачу. Я бы не сказал, что это упростит задачу. Каких-то чуваков убили. Так. А, то есть, видимо, мы здесь где-то будем ходить. Понятно. Так. И куда же теперь нам надо? Что это за звуки такие были? Подождите, а вот здесь у нас что-то. А, нам вот здесь кабель надо починить. Все, наконец-то мы нашей храброй боевой машинкой добрались и починили пульт от двери. Так, теперь дверь открыта, монстрины на воле. Так, давайте попробуем. Ага. Да ты, бляха-муха, да я тебя ударю. Получи, получи. Так. Отличненько, всех перебили. Так, у нас тут еще есть пультик. За этим окном наверняка ведет гидропонный сад. Да уж. Шикарно, что вам тут сказать. Просто в полной опе оказался наш чувак вот этот. Так, дверь он открыл, так что можно идти дальше в эти дверки. В эту дверку, точнее. А, ну тут, естественно, шлюз. В котором был вот этот, видимо, зомбак и закрыт.
между дверьми. Так, проходим дальше. Что же нас теперь там дальше ждет? Ух ты. А, монстри... Ой, ёп, блин, тут какая-то зараза. Так. Ох ты. Это что, это я в бочку, что ли, жахнул? Капец. А, это, собственно, вот здесь-то этого чувака-то и завалили, понятно. Так, тут как раз дверка. Открываем. Нам, видимо, вот сюда как раз надо. О, еще одна монстрина. Ну, иди сюда, иди, иди, иди. Я вас уже не боюсь вообще нифига. Вы мне, ребята, не страшны уже совсем, причем. Кто там, блин, ржет, блин? Так, еще один. Да бляха-муха, я уже сказал, что вы мне не страшны. Я вас чуть ли не гольными руками, топорами, точнее. О, еще один. Так, что, готов? Ну, видимо, готов. Так. Так, и куда нам дальше? Видимо, куда-то сюда. Куда-то сюда, и теперь вот куда-то сюда. Так, что это, молоток? Не, молоток, зачем нам молоток? У нас хороший, отменный топор. Так, видимо, теперь сюда. Ну, блин, лабиринтов понастроили, честное слово. Так, тот там... шебуршится. Или мне показалось. Так, что-то мы опять включили. А, у нас опять игра на понижение. Так. Так, ой, ё. Так, это мы понизили, получается. Не понял. Так. Нет, подождите. Эту мы опустили, эту мы подняли, это опять опустилось. Так, пом-пом. Хм. О! Натыкали таки. И еще одну. О, ребята, да будет свет. Ну, хоть не сильно такой яркий, но все ж свет как свет. Так, мы наконец-то... свет включили. Так, что у нас здесь? О, здесь у нас... мне что кажется? А, не, это тень, ёлы-палы. Я уж подумал, два топора. Так, а что здесь включить? Ничего нельзя? То есть нам нужно бежать обратно, хотите сказать. Ну ладно, побежали обратно. Фиг с вами. Так, здесь мы уже были. Ох ты, глюки опять пошли. Опять пошли у нас глюки. Так, ну, самое что интересное, таких глюков, как в первой, в начале игры, у нас еще не было. Вот таких прям смачных, что прям вот какой-то средневековье, какой-то прям вот этот, как его называют, какой-то... храм этот, церковь католическая, точнее. Так, а мы пришли сюда. Так, ну, открыть, что ли, надо? Давайте откроем опять шлюзик. Ну понятно, все логично. Мы бегаем здесь, получается, по этим, по этому убежищу, от шлюза к шлюзу, от шлюза к шлюзу. Ну все, в принципе, логично и понятно. Ладно, идем дальше. Этот лифт не похож на другие. Это точно. Ну, что делать? Не похож, да не похож, полезли в него. Что, сломался, что ли, лифт? Нет. Походу, заставочка какая-то будет. Давайте смотреть, что нам интересного покажут. Ух ты. Мы пришли, по-моему... Это административная зона. А что тут оружие валяется, ребят? Давайте возьмем. Прям бюст сам себе поставил. Швеция, я памятник себе воздвиг нерукотворный, хотя этот чувак именно рукотворный воздвиг. Давайте посмотрим, что тут. А, тут можно взламывать. Так, о, открыли. Ну, несложненько, в принципе. О, здорово, чувак. Получи. 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 Ух ты, ёлы-палы.
А что это я, интересно, рванул? Так, здесь никого нет. В принципе, банки. Понятно, банки. Ну, мало ли патроны вывалятся. Нет, банки. Ой, а ты откуда взялся? Ох ты, нифига я какой кровожадный. Так, мне надо немножко отдышаться. Все, вроде отдышались, идем дальше. Так, здесь, по-моему, еще один есть. Нет, здесь заперто, здесь уже не пройдешь. Мы, видимо, огнетушитель такой рванули своим ударом топора. Так, здесь еще одна комнатка. Давайте обыщем уж все и всех. Посмотрим, что здесь интересного есть. О, а, нет, я подумал, медаптечка там. Что, конечно, естественно, вряд ли. Так, давайте заметку прочитаем. Встреча с полковником. Заполните прилагаемый формуляр, чтобы подать заявку на встречу с полковником. Ну, все логично. Так, ничего интересного. Так, здесь что? Однако, значит, они связаться с ними не получается у них. Так. Подождите, это... Ой, ёлы-палы. Ты откуда взялся, монстрина? Не дал мне взломать. Блин, ты-то еще... Они чё все с потолка падают, блин? Отлично. Вроде все. Давайте взламывать опять. Так. Так. Да что ж такое? О. Так, 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 так. Угу. Что ж такое, это что-то не получается взломать. Все, в принципе, логично. О, о, получилось, отлично. Отлично. Смотрим. Ага, они выбежали, выбежали все. Так, походу здесь надо... Ай, блин, надо было перезарядиться заранее. Ух ты, нифига, хороший пистолетик, ребята. Только дайте мне оружие, это тоже. Тоже хочу повоевать. Так. Перезарядились. Давайте топор берем. Обратно наш любимый топор. Так. Фига себе называется. Взломали, блин. Мониторчик. Так. Больше никого пока. Музыка какая-то такая. Прям бой идет. Фига себе он. Прям нарисовал себя. Портреты прям какие-то. Сравнивать с кем-то себя. Ну ладно, фиг с ним. Не суть важно, побежали вот в этот шлюзик. И куда ж мы попали-то теперь? Ух ты, прям... Нифига себе. Нифига себе, ребята, блин, как он живет-то нехило, блин. Молодец, полковник. Смотрим. Это интересно. Что, что, что интересно? Ты вонючий предатель, безмозглый. Хватит валять дурака. Я знаю, что вы сделали. Что я сделал? Я посвятил каждый вдох, каждый поступок спасению всех, кто мне доверял. Угу. А что с теми, кто вам не доверился? Списали их в расход? Как насчет остальных жителей гордости? Они погибли из-за тебя. Когда люди, благодаря вашим стараниям, совсем потеряли разум, вы устроили охоту на меня. Хитрый у вас был план. Испытать одних, пожертвовав другими. Жаль, что все кончено. Я не знаю, что за чушь ты городишь, Дохай, но в одном ты прав. Все кончено, потому что все мертвы.
это я во всем виноват. Это ваши преданные слуги разнесли вирус, который лишил людей разума или превратил их в безмозглых мутантов. Все, хватит. Я убью вас обоих. Что за вздор ты там несешь? С меня хватит, полковник. Вы ответите за свои злодеяния. Попомните мои слова. Еще увидимся, полковник. Конец связи. Что-то не какая-то недосказанность получается. Надо у нас. Надо найти Кровину. Спрячу ее, а потом разделаю с полковником и его дружком. Значит, лань расположена на другом конце города. А что это монитор у него выключен? Косяк разработчиков. Он что-то печатает, а монитор выключен. Ух ты, не понял. Теперь не знаю, что и думать. Полковник рассказал мне все. Он сказал, что ты опасен. Тебя надо остановить. Не подходи ко мне. Я буду стрелять. Я убью тебя за то, что ты натворил. Они все погибли. Зачем ты это сделал? Каролина, ты знаешь меня, как никто другой. Ты единственная, кто может понять, что из меня сделали козла отпущения. Они хотели отобрать подходящих людей для экспедиции на поверхность, чтобы провести разведку. Что? Я нашел записи. Их оставил кто-то из руководства убежища. При чем здесь все остальные? При чем тут мы? Человек, выпустивший вирус, действовал по приказу полковника. Поверь мне, прошу. Против меня весь мир. Не говори, что ты тоже. Умоляю. Опусти. Слушайте, реально, драма я какая-то начинается. Капец. Я боюсь тебя. Я не знаю. Каролина. Ну, по крайней мере, она нас не убила и ушла. Так. Не понял. Это что это было такое? Беги давай. Видимо, тут бежать надо. Блин, куда идти-то надо? Куда идти? Видимо, куда-то сюда. Да блин, дурацкое управление, ребята, кто бы знал, а? Видимо, сюда. Ой, блин, тебя еще тут не хватало. Так. Я правильно прибежал вообще или неправильно? А, не, на лестницу надо. О-о-о, все правильно. Так, надеюсь, тут больше никто мне мешать не будет. Так, нет, кто-то, видимо, будет. Какой-то уже рычит там. Чувачок. Иди сюда. А, походу, не один даже. Ну-ка, иди сюда, бляха-муха. Да бей ты его, господи, блин. Беги. Медленный ты наш. Так, и... Ну, в принципе, все логично. Все то же самое. Так. Так, это что, это нужно состав, что ли, переместить? Так, нет. Эй, что делать-то, ребята? Так, и что это я вообще сделал? Блин, что-то не то я сделал. Так, нам нужно, получается, вот этот. Или нет, не он ли?
Да что ж такое-то? Так, вот, капсулу мы подняли, и что, и мы ее сразу опустили, понятно. Зашибись. Времени все мало. Так, как-то ее нужно вниз. Как ее вниз отодвинуть-то? О, отлично, вон, разобрался, что нужно делать. Ну все, капсулу мы переместили. Ладно, дальше что? Так, сейчас он его, получается, брать будет. Так. Так, ну и что, и куда мы его денем? Ну, давай сюда. Блин, времени-то все меньше и меньше. А, подождите, ребята, надо было их туда убрать все. Видимо, вот так. Да-да-да, все верно. Все, я понял, что нужно было сделать. Надеюсь, у нас хватит времени, чтобы заново не переигрывать. Так, вот он пронес это, эти бочки дурацкие. Так, давай, бери его быстрее. Ну давай, минута осталась всего лишь. Неправильно, не сразу понял, что нужно делать, но, в принципе, ничего. Вроде бы успеваем. Вроде бы. Надеюсь, что успеем. Ну давай. 19 секунд. Хотя, наверное, если нам еще добежать надо туда, то мы вряд ли успеем. Ну давай, вези этот, блин, паровоз. 9 секунд осталось. Все, капец, походу. Да, 5 секунд. 4, 3, 2, 1 и взрыв. Походу. Да. А, хотя нет, подождите, мы закрепили вагон. А, ну да, мы же не добежали до него. То есть вагон-то закрепить-то закрепили, а толку от этого ноль. Так, ну сейчас мы с контрольной точки. Теперь хотя бы мы понимаем, что нужно делать. Так, я не понял. Ну что, опять что ли сюда? Ну, господи, надеюсь, этот ролик можно будет пропустить. Да, пропустить получилось. Отлично. То есть вагон он отъезжает, ставится на рельсы и улетает. Все. В принципе, ничего сложного, тут всего три монстрины у нас. Бежать я уже понял, куда надо. В принципе, ничего сложного, лишь бы добежать. Получил. Ну, отлично. Так. Бежим дальше. Так, здесь их наверху две штуки будет. Ну, в принципе, не суть важно. Не так это прямо и сложность совсем. Так, давай. Беги. Мы почти у цели. Так. Добей ты его. Получи. Отлично, все. Всех угандошили. Так, бежим дальше. Ну давай, едь быстрее. Давай, скорее убирай этот вагон, блин, дурацкий.
Ну, сейчас-то нам точно времени должно хватить. Мы, собственно, шустренько очень даже, я бы так сказал, добежали туда-сюда, что говорится, переложили этих монстрин и начали двигать уже эти вагоны, получается. Времени должно хватить, это точно. Собственно, я думаю, что убравшись отсюда, мы на этом закончим серию. Серия у нас и так продолжительная довольно-таки получилась. Очень интересная, насыщенная. Были заставочки. И даже какая-то маломальская драма была. Так, ну давай, вези, вези этот наш вагончик, на котором мы будем уезжать. Отличненько. Так. Бежим назад, я так понимаю, спускаемся. Ох ты, нифига себе тут. Хотите сказать, обвалилось все? Надеюсь, больше никакая гадость на нас не вылезет. Не выбежит. Вот, отлично. Давайте, давайте. Все, мы убежали. Все замечательно. Прощай, гордость. Да, то есть мы уничтожили убежище. Гордость, точнее, ну не мы, видимо, самоуничтожение кто-то другой нажал. Но не суть важно. Мы улетаем отсюда. Улетаем, ну как улетаем, уезжаем, получается так. Не совсем понятно, если все убежища были разрушены и была только одна гордость, куда же в начале игры тогда в первом видеоролике, если заметили, составы уезжали? Я думал, это настолько большое убежище, что там нужны своя такая железнодорожная ветка, ну или как она там правильно называется. Ух ты, то есть люди здесь... Не может быть, мы вышли на поверхность, походу. Это город. А такое ощущение, что как будто бы он под землей. Ну, довольно-таки душещипательный момент. Ага, вот вам и момент. А, нет, проехали таки. Нет, не проехали. Мы упали. Но походу мы живы, я так понимаю. Да, точно, мы живы. И отлично. Наш доктор жив, который мы можем, собственно, дальше проходить все эти испытания. По крайней мере, тут посветлее. Звезды. Город пострадал не так сильно, как нам говорили. Может, поэтому нас и хотели отправить сюда? Здесь есть жизнь? Угу. Но что-то мне не нравятся вот эти крики, которые были. Так, ну, собственно, все, ребята. На этом мы эту нашу... Вот он, а, под стол. Бесславный конец гордости. Выбрались только Каролина да я. Но куда мы попали? Город. Небо. Не слишком ли все странно? Последние жители убежища, пережившие массовый психоз, стали первыми, кто сумел выбраться на поверхность. Хотя я кое о ком забыл. Я не видел полковника воочию с самого начала всей суматохи. Не мудрено. У таких людей всегда заготовлен план отступления. К сожалению, он обычно рассчитан на одного человека. Ну, все понятно. Собственно, на этом мы закончим эту серию. Всем спасибо, кто подписался на канал, кто поставил лайк этому видео, кто досмотрел полностью до конца это видео. Ну и, соответственно, кто распространил среди друзей этот видосик. Всем спасибо, с вами был Павел. До скорой встречи на канале Fallout 87. Всем пока!